весьма безмолвия горах. Молчание грозно предвещает бой. Последний стан, и нет пути назад. Гуни в кольце, он обречен судьбой. В осаде крепость, горький путь войны. Последний стан мятежного имама. 500 меридов в нем обречены. На стыке гор Чечни и Дагестана. Последний штурм, полки врага несмертны. Сурова участь неприступных стен. Нарушив свой обет при двери смерти, Шамиль принял решение сдаться в плен. Бессмертный час, совет своих наивов, Шамиль последний раз к себе созвал. И сроком с безысходностью смирившись, наивом, обратясь, имам сказал: сыны Кавказа, войны ислама, сыны суровых, непокорных гор. Здесь много лет трава точила рано, таков судьбы жестокий приговор. Мы бились за свободу столько лет, Кавказ в огне весь пламенем пылает. Но этому конца и края нет. Вот и гибли мы, как нам и подобает. В душе у нас не заживают раны. Страна небесная и в крови земля. Хотел понять я смысл этой драмы. И долго думал, боль себе тая. Я понял, что судьба нам непокорна. Нам не дано понять свободный вкус. Остановиться здесь нам не позорно. И пусть победу празднует Урус. Свободу я потомкам завещаю. Их не постигнет участь этих стен. А я свой путь сегодня завершаю. Мной принято решение сдаться в плен. Не выносите спешных приговоров, мои наивы в этот трудный час. Теперь смирившись с горестной судьбой, мои мериды, я покину вас. И стан врага направился шаги, исполненный тоски главой поникнув. И Байсангур вдруг в бешенстве вскочил. Наиби мама, ярости я крикну. Шамиль, остановись, хоть на мгновенье. Ты в плен сдаешься проклятым врагам. Остановись, ты не найдешь спасения. Я не могу понять тебя, имам. Мы четверть века за свободу бились и умирали, не склонив колен. Мы смерть презрев, врагу не покорились. И от тебя не вытерпим измен. Скажи, зачем? Скажи, зачем, имам? Ты вел нас за собой в пучину смерти. Чтоб здесь ты нас покинул не затем. Мы покидали жизни круговерти. В боях сражались до последних сил. Твердо шли мы по пути Аллаха. Седые горы гордо обстоим. Любой ценой и вот ценою праха.